Ну что же, Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, одерживает уверенную победу. Лен, с победой вас! Спасибо большое, спасибо всем, кто болел за нас сегодня. Наверное, не тот уровень, который я хотела бы показать сегодня на грунте, но так как я только начала, это мой первый матч, в принципе, я довольна и рада, что принесла победу команде, как и Юля. Ну, вы говорите, что не все так, как хотели, а вот что именно не получалось? Я думаю, что пока еще много невынужденных ошибок, не совсем правильные решения, и, конечно, выходя с харда, меня покрытие, я думаю, что еще немного играю как на харде, то есть не совсем адаптировалась, но в целом довольна сегодняшним матчем. По завтрашней сопернице уже сделали какие-то заметки, стиль игры, как будете выступать? На завтра. Да, я надеюсь, что сегодняшний матч мне поможет подготовиться тоже к завтрашнему. И Юля играла сегодня очень хорошо, и соперник непростой. Мы друг друга знаем, поэтому буду стараться и надеюсь, что удастся победить, как и сегодня. Ну что же, Елена Рыбакина, еще раз победа. Счет 2-0 в пользу сборной Казахстана.